туда пошла тебя слушать, хорошо. Все, поем? А можно? Да, можно. Желательно было бы, конечно, чтобы ты уже наизусть. Угу. Все, поем. Давайте. Спасибо, Саня. Ты опаздываешь. Может, намеренно? Опаздываешь. Ну, в смысле? Мы играли намного быстрее. Мы играли быстрее. Ну, я помню, мы на прошлом уроке разговаривали о темпе. Мы разные варианты использовали. Мы сегодня пробовали, с Вероникой вообще загнали темп, для того, чтобы потом мне легче было в оригинале спеть. Скажи, пожалуйста, ты сама как чувствуешь? Я совершенно не хочу... Я как начала, наверное, так и чувствую. Хорошо. Тогда, значит, Александр, давайте возьмем такой темп. Дело в том, что я-то могу взять другой темп. Ну, да. В принципе, может. Александр может взять другой темп. Потому что на конкурсах всегда, как правило, идет наоборот ускорение. Поэтому нужно, чтобы еще больше не ускориться. Поэтому нужно, может, вокалисту мне тогда отдавать отчет. Вообще. Угу. Ну, поехали. Ну, поехали. Выстроили ее. Мы столько отдали ей времени
Для того, чтобы ты потом все попереломала. Что я переломала? И за два дня до конкурса ты написал себе новый вариант. Все так же осталось. Последнюю часть я переделать хотела. Да ты не так сейчас спела совсем. Слоги обозначила конкретно. У меня раньше просто было не понять, что. Я выписала слогами. Но ты сейчас ее не спела. Я не знаю почему, но там совсем было по-другому. Значит, интересная была часть на октаву. Была замечательная часть. И ты спела. Ты спела, причем я переживала, что в таком темпе утяжелишь ли ты все это. А еще больше нужно утяжелить. Понимаешь, но в таком темпе нужно прямо утяжелить это все. Хорошо получилось. Потом вот этот ход, вот этот ход у тебя получился. После импровизации сразу. После импровизации ход, над которым мы работали с тобой. Верхний, да, вот этой нотки только верхней, самой не хватило ее. Она была та, но не хватило ее. Вот этот ход давайте сейчас споем. Прямо этот ход. Ну смотри, ну сделай там, ты растащила начало. Либо у тебя есть варианты. Ты сейчас ее всю растащила, она поэтому получилась немножко аритмичной. Александр Ильич, так? Она... Песня или ход? Ход! Ход! Ты пойми, что она не может быть вся. Оно нелогично растягивать, растаскивать все. В этом-то и интерес, понимаешь? Ты поешь, у тебя есть варианты разные. Какой тебе больше нравится? Я тебе сейчас спела два. Либо я первый растащила, вторые я соединила. Можно их вообще все толкнуть? Ну толкай, но ты как бы выпадаешь чуть-чуть из метра. Ты чуточку выполняешь, и последние вот эти верхние ноточки. Мы говорили о кошке за хвост, которую нужно дернуть. Мы о разных вещах говорили. И мы говорили даже о том, чтобы там немножечко скрипнуть. Мы об этом моменте. Он интересный кусочек. Потому что ты так начинаешь. Я не знаю, там, что ты там сделаешь, как ты там сделаешь, но это надо сделать. Ты должна определиться с этим куском. Еще раз после импровизации. Все равно отрывается. Она вне предыдущей нотки звучит. Не хочешь соединять? Понимаешь, здесь... Ну, можно соединять. Да не можно, а нужно. Зритель думает, что ты будешь блюмкать здесь. Остаться. Вот представь себе, что ты вот ты, как будто ты просто ее как бы уехал и вернулась опять туда же, в эту же стихию. Она не должна быть отдельной. Слушатель думает, что ты будешь блюмкать тут же. А ты блюмкнула наверх и вернулась. Вкусно-то. Но надо соединить. Поем. Вот и это надо соединить. Соединяй. Вот что ты делаешь. Да, ты
должна остаться в блю. Блю, 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 и дари, 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 дари. Ну тогда все удлиняется. Да много там все. Блю, ну иди, уйди в носик, иди в закрытый звук. Оторви потом ее, она не нужна. Какие-то. И с носика уйдешь на этот нисходящий ход. Было очень хорошо. Было очень хорошо. Вот, вот прямо вот он должен быть, вот, вот этот вот ходик. Ну вкусно же было сейчас. Только вот этот. Разный, разный. Хорошо было сейчас верхняя нотка. Пошли еще. Пошли отсюда. Сальсанович, грязно. Ну, как сделать? Ну, так что сделать? Акцентируй, опирай звук. Опирай его. Пойдем. Опять в тривиальность там какую-то ушла опять. А почему ты не хочешь сместить акцент? Ты поешь. А если сразу, сразу спрыгни на эту ноту. Как? Вот ты делаешь. Раз, два. Ты делаешь. Сразу толкни ее. Да, резче. Синкопу сделай. Конечно. Дальше. Еще раз, Александр Владимирович. I'm beginning to see my life. I'm beginning to see my life. Ну зачем? Ну мы же не пели так, мы же работали уже на этом куске. Играет Александр Валерьевич тот же самый ход, и ты его поешь. Зачем? Где логика? Пошли еще раз оттуда же. Ты поняла, о чем я говорю? Как у нас? Не совсем? Сейчас тебе покажу. Еще раз. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. Blue, blue, blue. I'm beginning to see my light. Поняла, в каком месте? Поняла? Спрыгивай с нее сразу. Блю-блю-блю. И сразу, прыгай сразу. Здесь все заново. Ничего не заново, мы так пели уже. Не пели. Ну, ты поешь с аккомпанементом вместе ход. Ты потом послушаешь на камере. Я что, пристала-то к тебе? Там, где у тебя вкусно, хорошо, я не трогаю. Но там, где нужно менять, я не могу. Извините, мы учимся. Ну, давай оставим так. И что? 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 Не один, во-первых, а два. А два? Я не знаю, мы столько времени отдали, не знаю, столько было интересных моментов, записи все выложены, слушала бы, где хорошо получилось, брала бы на вооружение. Ты послушала себя? Я слушала. Ну, там были очень интересные, у тебя же у самой. Там был который ход, вы сказали, что классный прямо в самом конце получился, я его и сняла, а дальше, ну, я... Пела так же, по-моему. Ну, не знаю, но, Диан, я
у тебя действительно были очень классные моменты. Я тебе сказала, обрати на них внимание. Ты сейчас спела вместе с аккомпанементом. Спой сейчас еще раз. Ты поняла теперь, какой я момент имею в виду? Я просто сейчас их больше спела. То есть у тебя было ты вместе с аккомпанементом вторила Александру Валерьевичу. Сыграйте это место, как вы играли, Александр Ильич. Прямо это. Последний. I'm beginning to see my love уже самую коду, прямо вот то, что играла Александра Валерьевича, чтобы тебе дать понять, что ты пела. I'm beginning, третья, I'm beginning, сейчас третья идет. I'm beginning to sing for love, tip and tip and tip. Вот тут, дам-дам-джа, дам-дам-а. Александр Валерьевич играет. Еще раз прямо со мной вместе. Tip and tip and tip and love. Вот что ты пела. Вот что ты пела. Еще раз. Тифа, тифа, ла-ла-ла. Вот ты пела. Оно надо? Оно надо? Я так не пела. Ты потом послушаешь. А может, нет. Ты сейчас послушаешь. Ой, в смысле, послушаешь потом. На записи. Я пела. Может, похоже. Похоже, вот именно. Ты вторила аккомпанементу. Это нелогично совершенно. Ты поняла, какое место? А потом, пожалуйста, сколько ты там будешь? Как ты, сколько единиц ты туда вложишь, в этот метр? Дело твое. Ну и потом нужно коду спеть четко. Тифа, тифа, там, I'm begging. Тифа, 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 I'm begging. Можно на одной ноте зависнуть. В метре в этом. Поем. После импровизации вообще, полностью всю эту часть. Used to ramble love and fun. Поем. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. When you came and you caused the spark, where to fall among fire now, now. I never made love but little shine. I never said now with your lips and burning my I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. Blue, blue, blue here. Burning my I'm beginning to see the light. Ну ты сейчас вообще пропустила это. Да, черт с ним. Не знаю, что. Так, мы что делать будем? Я тебя просто сниму с конкурса. Если ты мне будешь говорить, черт с ним, надоел. Это что за вообще? Что ты не знаешь? Я знаю. Мы просто расслабились. Вот и все. Что? Что было времени мало? Выходных опять не хватило? О, выходные. Какие были. Ты сама себя слышишь, Диана? Наталья Викторовна. Что? В каком-то упадке. Что случилось-то? Какой упадок? Я болела на выходных. Диана, у нас нет такого понятия. Для меня не могу, это реанимация, либо кладбище. Все. Я что-нибудь сделаю. Ты не что-нибудь, а ты должна сделать. Ты обязана сделать. Ты пела в 1000 крат лучше. Ты сейчас просто расслабилась. У тебя хорошие, высокие, теперь чистые ноты, которых не было. У тебя сейчас опять не прозвучал ход после импровизации. Он не прозвучал. Shadow boxing? Да, он не прозвучал сейчас. Опять нота была, просто академическая вверху была нота. Без носиков, без драйва была она, без раскачки была. Она не джазовая была, понимаешь? Над этим надо работать. Потом вот эти три begin'ы, они разные по, сейчас скажу, они разные по динамике, они разные немножечко по, ты их немножко сместила, но тенденция к одной группе ритмической у тебя. Поняла, что сказала или нет? Нет.
наверное. Они все однотипные в этом отношении. Александр Валерьевич, вы понимаете, что я сказала вообще? Нет, не понимаю. Не понимаете? Сыграйте, пожалуйста, это место. Три вот этих I'm beginning to say my поняла? У тебя они все одинаковые. Я имею в виду глобально, ритмически. Они все как бы I'm begin, вот эти все, они все на I. Сдвинь их. Поняла как? Сдвинь их, сделай их по-разному. Ты сдвинула, сделала, мы работали, я говорю, они как бы одинаковые, ты сделала третью, хорошую, такую ее немножечко дерзкую, мы говорили, да? Дерзкую, более ближе к кульминации все это. А сейчас еще нужно и ритмически все это. Они одинаково звучат. Они все три. Одинаковый текст, одинаковые мелодии. Они не могут быть одинаковыми. Забыла слова? Вот тоже не криминально. Для меня важен артист, который находится на сцене. Это артист эстрады. Солистка. Которая выйдет из любой ситуации. Понимаешь? Из любой. Легче всего расписаться в собственной несостоятельности, невозможности. Да, у тебя второй курс. Ты совсем... Молоденькая девчонка, ты только начинаешь работать, да еще у меня, у такого сложного преподавателя. Но меня, видишь, мне же надо умудряться терпеть. А что делать? Ну давай я размажусь тоже вся. Ну, давайте будем играть в лояльность. Ах, как все замечательно. Поэтому для меня всегда это важно. Забыла слова, скетируй. Вспомнила, запела. Кто знает, как у нас выстроено? Зато ты артистка, зато ты нашлась. Все, работает. Так спела. Ну что ты поставила хорошую точку. Как спела, так и спела. Так, интонация.
Ну, было там немножко. В начале особенно. Ну, там, ну, это немножко было. Во-первых, я вообще не знаю, ты когда начала петь, я думала, надо было бы тебе вообще остановить. Потому что, во-первых, ты расстроилась. Что такое расстроенный человек, Диана? Ты же инструмент, солнышко. Ну, люди разные расстраиваются. Нет, но ты инструмент. Ты сама, ты инструмент. Твое тело инструмент. И струны твои, твои связочки, понимаешь? Твое общее, твой общий расстрой сразу же повлияло на твою интонацию чуть-чуть. Где-то в каких-то местах. И где-то даже немножечко было не смыкание, совсем чуть-чуть там где-то. Я прям испугалась перед твоими этими октавами, думаю, Господи. Ну, ты собралась, все. Опора, она, понимаешь, она выручает. Вот человек бы без опорного пения был, он бы все, он бы не спел бы, вообще бы не спел. Опора выручила. И не нанесла вреда тебе. По идее, конечно, лучше было бы и не петь. А когда уже, я не знаю уже, что делать-то. Ты должна принять решение. Должна просто принять решение. Я считаю, что в таком виде, как сейчас, ты вполне можешь выйти на конкурс и петь. Ваше мнение, Александр Ильич? Петь надо. Так, Александр Ильич, петь надо. Все. Кемал Мальвин, петь надо? Придерживаюсь этого мнения. Спасибо, Александр Ильич, все. Спасибо. Собирай микрофончик. Все. Урок окончен. Я думаю, что ты соберешься, и все будет хорошо. И как сказал Александр Валерьевич, петь надо. Все. Аргументы. Аргументы? Ну, да. А что, тебе нужны аргументы? Конечно. Во-первых, началось все с того, что ты сказала, я туда пойду за победой. Это не аргумент? Да.